Всем привет, я забежала в обед. Ой, боже мой. Забежала в Hudson Bay. Тут недалеко. Saks Fifth Avenue. Так, 445. Прикольная, да? 445, красненькая, мне нравится. Маленькая. Но интересно, что с ней будет, если ее поносить. Эти уже 595. 30% скидка. Ой, вот это классно. 475. Сейчас за 332. Маленькая. Так. Если будет музыка играть... Он, дядечка, на женщину штаны одевает, на пластмассовые. Музыка, если будет играть, то, значит, надо будет накладывать свою музыку. Сейчас я наушники одену, сейчас без наушников. На цепочках такие клатчи прикольные. Лорен 210 такой стоит. $165. Ну и цены, конечно. Это такое еще считается дешевый. Кейт Спейд. 428. Такой диван золотой. Так, уже в наушниках. Кейт Спейд. 398. А вот тут такие интересные сумки. Пуховики. Такие зимние. Теплые сумки. И цена 358 канадских долларов. Интересная зеленая, да? $358. Такая странная сумочка. Опачки, упала. 125. Я ее сейчас не поставлю, а не стоит. 125. Пустой магазин. Новый год прошел, Рождество прошло. 271. Интересно, так дырявая. И теперь будут тоже скидки, кстати, должны быть. Коуч. Коуч это уже такой класс подороже, да? Сколько он будет стоить? Ну, его поставили, чтобы можно трогать даже. Мне нравится коуч. Стоит непонятно. А вот я вижу. Ценника никак не. Нет, тут нету ценника. Не знаю, как его покупать. Прикольная сумка. $430. Вот это 360. Mm-hmm.
480. Это хорошая. $525. Марк Джейкобс. Такие ремни и маленький кошелек. Боже, вот прикол, да? И она еще с замочком. Такой кошелек. $165. Скидки. Тут он все пакует, видите? Все елки уже обратно. Вот, кстати, 60% скидка на елку. И еще 20. То есть оно, в общем, 60 и еще 20%. Ничего себе. Елку можно за бесплатно купить. Игрушки детские. Микроволновка. Часики. Боже, что это? Это для длинных волос. Это косметика хорошая, говорится. Но у меня сейчас полно всего, поэтому без покупок. Это мы уже переходим в Saks. Тут другие цены, другой уровень. Духи всякие, свечи. Уже какие платья золотые.
вот это красивое черное. Нарядное такое. Класс. Туфля. 1295. Плюс 13% налог. Ну что, красивые, да? Каблучок какой. Интересный. 1195. Сейчас 195. 1320. Ничего себе. Правда. Ну и правда. Тысяча 650. Боже, это 37,5 размер. А выглядит так длинно. Представляю, если на ногу побольше. Какие они длиннючие. Еще 490. Версачи сумки. Две 100. Кто-то 2150. Тысяча 450. Прикольные такие бусики, да? 1720.
3 970. Еще 285. Тысяча 705. Валентина. Мне нравятся эти сумки. Это кожаные, 210, но кожаная чувствуется. Что за магазин? Балансиага. Фокусирует. Три 550. Не хочет.
сапоги. 40% скидка. 75. Вот красивая цепь такая, мощная. 903. Было 1290 Balenciaga. О, ходули какие. Смотрите. Валентино. Ну, и куда в таких? Прихожу в офис, да, такая, опа. Пятьсот. Вот эти красивые. Пустые витрины. Сумка. Цена не указана. Этаж мужской, а третий женский. Здесь еще на четвертый этаж, но что-то ничего не указано, что там четвертый, пятый, шестой. Тут елки еще не убрали. Я цену вообще не вижу, а вижу $1405 за джинсы. Пишет, что 70% скидка. 476 брюки стоят. Классный цвет, да? Синий такой, вообще обалденный. И пиджак. Made in Italy. Вообще, love. Вот. 1478. Класс.
То есть получается такой костюм брючный будет 2100. Balenciaga. Что-то не так мало вещей. У них какая-то розовая рубаха. Это женский, да, отдел? Какая-то она так идет снизу. Закругленная. А цена? Не знаю. Я не вижу цен. Ценников. 1750 такой свитер. Курточка джинсовая. 2000. Боже, какой-то магазин пустой, прям реально. Баумен, Париж. 2200. 2220. Класс, вот эти вот. Это кто у нас? Наверное, это... Балма. 2076. Ну, в общем, я хожу в пустом магазине. Абсолютно пустом. Dolce & Gabbana. Мало вещей. Ну вот красивое беленькое такое. Италия. Насколько она стоит, я не вижу цен. Вот это синее 3145. Юбочка. 2245. Ни о чем. Блузка. 2195. Цветы, цветы такие. Ну, в общем, такая прогулочка. Экскурсия в дорогущий магазин. А, Канада Гус. Куртки. $1195. Муск наклес какой-то. Вот, вот эти вот значки. Улыбочки.
цену не вижу. Но тоже 1000. Вот классные, у них такие длинные пуховики есть. Мощные для канадской зимы. Сколько он стоит? Он длиннющий такой. $1,295, кстати. Мне это нравится. Вот такой вот. Такой плотный. Он реально мне будет прямо по пятке. Обалденно. Мне нравится, потому что я мерзну постоянно. Мне все холодно. Прям хочу такой. Он такой большой, пушистый. Вот это для рук такая штука. Блин, ну 1295. Canada, Musknox Canon. Ну, видно, что он качественный. Боже, какой он тут мягенький. Карманы. И тут на замках. Единственное, что мне нравится, вот эти пояса. Я не люблю с ними, но нужно без пояса носить, ради бога. Вытащить его, да и все. И тут есть что, вот такие вот штучки, заклепочки можно. Не могу застегнуть. Класс. Так, я уже побежала, потому что уже началась работа. Мне уже нужно просто бежать. А я единственное увидела, вот тут мне нравится капюшон в Canada Goose. Мне там не нравится, этот самый капюшон на кнопках. Я хочу на молнии, или же вообще просто полностью зафиксенный. А здесь он на молнии. И здесь, походу, капюшон больше. В этой Canada Goose. И что она тут стоит? 1575. Тоже длинная, кстати. Единственное, что... Что тут с карманами? А карманы вот здесь... И они не на замках, там на замках. Вот нельзя, что ли, сделать так, чтобы все нравилось. Там нравится капюшон. Ну ладно, все. Бежу. Надо бежать. Уже если платить эту 1000 за куртку... Должно же все нравиться, а не так. Что-то нравится, что-то не нравится. Занавеска такая железная. Прикольно. Я уже оказалась на этом нижнем этаже. Теперь бы мне выход найти. О, тоже пуховики, но не такие легенькие, не такие мощные, как тот. Так, мне по направлению куда-то вот в ту сторону.
Уже сколько всего, да? Только надо маны, маны, маны. Жемчуг. Обожаю. Вот сережечки вот стоят первые 500 баксов. Класс. А сколько вот это колье? Я вижу... Ничего не вижу тут толком. $300 вижу браслетик такой жиденький. У меня есть тоже же этот жемчужное колье, надо дома достать, поносить. Тырин-тын-тын, так нравится вообще. Такое красивое. Ну все, я на выход. Буду чесать на работу. Видите, какие сумища тут. Отдел сумок. Даунтаун. Сегодня так свежо и тучи. Ну вообще у нас, у меня такое ощущение, что последние 2 недели был дождь беспрерывный. Без конца дождь. Вот он, даунтаун. Ну, народа мало. Ехать было сегодня нормально. Наверное, еще все в этих новогодних отпусках. Это уже со следующей недели начнется такое себе удовольствие. Это ж такой пар такой нет. Трамвайн, говорю, сити трейн.